дорогие друзья! Меня зовут Вадим Серов, общественное движение «Дорожный контроль. Город Воронеж». В преддверии Нового года я хочу вам пожелать всего самого доброго, чтобы вас окружали только верные и надежные люди. С наступающим 2018 годом! Еще один момент. Мы сделали себе подарок и действующему сотруднику полиции Полухину. 28 декабря этого года было вынесено решение оставить решение мирового суда в силе о лишении права управления сотрудника, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мы поздравляем его с увольнением. С Новым годом, друзья! Полухин, с Новым годом! Дорогие друзья, год был непростой. Но мы с честью его прожили, навели порядок в стране и в городе. Ну, по крайней мере, как смогли. А вас я хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья, любви. Ну и, конечно, традиционно не нарушайте, помогайте друг другу на дороге. Счастливо! Друзья, привет! Поздравляю всех вас с наступающими праздниками, с наступающим 2018 годом. Хочу пожелать вам в этом году всего самого замечательного, крепкого здоровья, финансового благополучия, верных, отличных друзей, удачи, любви, процветания, каких-то интереснейших событий, каких-то ярких путешествий. Хочу, чтобы у вас сбылись все ваши задумки, мечты и более того, чтобы происходило еще и что-то сверх того неимоверное и интересное. Будьте счастливы, будьте уверены в себе, смотрите канал движения и с Новым годом вас! Здравствуйте, дорогие подписчики, друзья, все, кто меня знает, кто нас смотрит, кто за нас переживает. Хочу поздравить всех с наступающим новым 2018 годом. Надеюсь, он наконец-таки станет лучше в череде всех остальных новых годов, которые, к сожалению, прошли не так, как мы хотели. Давайте, всем удачи, всех поздравляю с наступающим Новым годом и всего-всего хорошего. Друзья, наконец-то уходит 2017 год. Год выдался очень тяжелый. Много вранья, много предательства. Надеюсь, что в следующем году вас и нас будут окружать только верные друзья. Желаю вам здоровья и благополучия. С наступающим Новым годом! Дорогие друзья, надеюсь, 2018 будет насыщен только хорошими событиями. Желаю вам и вашим близким успехов, достатка, благополучия и верных друзей, которые будут с вами в любой ситуации. Дорогие друзья-подписчики, поздравляю вас с наступающим 2018 годом. Желаю прежде всего здоровья, вот, поменьше смотреть зомбоящик, думать своей головой, делать выводы. Вот, и будет у вас все пучком. Ну и, как говорится, за нас с вами, за хер с ними. И все будет у вас. Всем удачи, всем до свидания. Друзья, подписчики, гости канала, всем привет. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого хорошего. Я думаю, самые нужные, теплые слова вам скажут ваши близкие и родные. Я, конечно же, к всему этому присоединяюсь. От себя желаю, чтобы вы не стали в 2018 году жертвой мусорского беспредела. Учите законы, и будет вам счастье. С Новым годом, добра, здоровья, всего самого хорошего. Поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю в Новом году счастья, здоровья, пусть все складывается, пусть все будет хорошо. Друзья, всем привет. Настает новый 2018 год. Всем хочется пожелать счастья, удачи, поменьше неприятностей на дороге. Всего самого лучшего. Дорогие друзья, поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, крепких нервов автомобилистам, ни гвоздя, ни глупого жезла. Друзья, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам любви, радости, терпения и всего самого лучшего. И помните всегда, с нами сила и правда. С Новым годом. Привет, друзья. Хочу присоединиться к тем пожеланиям, которые прозвучали уже выше, пожелать всем здоровья, счастья, удачи, успехов. От себя лично хочу добавить
чтобы наконец-то в нашей стране кончилось у людей терпение. Терпение терпеть тот беспредел, который творится в нашей стране. Давайте будем над этим работать, давайте будем отстаивать свою жизненную позицию. Всех с Новым годом и удачи. Пока. Друзья, всем привет. Не изменяя традициям, хочется нашим дружным всем коллективам поздравить вас. От себя желаю вам исполнения ваших мечт, чтобы вот такие палки в жизни встречались только в положительном смысле. Сейчас скажу в каком. Эта палочка непростая, она волшебная. Сейчас я сделаю несколько движений и хочу, чтобы это движение повлияло на исполнение ваших желаний. Итак, раз, два, три. Я хочу, чтобы ваши желания исполнялись, друзья, чтобы вы были счастливее и чувствовали себя хорошо и были здоровы. Всем привет! Поздравляю всех с наступающим новым 2018 годом. Желаю всем найти в этом году самое ценное, сохранить самое дорогое, получить долгожданное, отпустить уходящее, забыть грустное, простить несправедливое и приобрести лучшее. А лучшее в моем понимании – это, конечно же, здоровье и достаток в семье. Ну и, конечно, самая главная наша цель – это правовое государство. Я надеюсь, что с помощью всех неравнодушных граждан нашей страны мы все-таки добьемся, что наша страна станет правовым государством. С Новым годом, друзья! Друзья, поздравляю вас с таким необычайно теплым Новым годом и желаю вам всем счастья. Друзья, всем привет, всех с Новым годом. Год заканчивается активно и начнется также активно. Хотелось бы под лозунгом «Объединяйтесь» этот год начать, новый 2018, и чтобы мы объединились. Дорогие друзья, вот и подошел к концу 2017 год. В этом году было много всего интересного, забавного, опасного, напряженного, хорошего, доброго. Ну, вы сами все знаете. В новом наступающем 2018 году я хочу вам пожелать здоровья, терпения, юридической грамотности, подкованности как и подписчикам, так и случайным зрителям. Ну и в первую очередь это касается сотрудников полиции, будь то рядовой ППСник или дорожный гаишник. Желаю вам счастья, любви, терпения, добра, позитива. С наступающим 2018 годом! Здравствуйте, граждане, друзья, зрители и подписчики! Хочу поздравить вас с наступающим новым 2018 годом. Хочу пожелать вам всех благ, здоровья, счастья, удачи. И чтобы все невзгоды остались позади. Всем пока! Уважаемые друзья, подписчики, товарищи, соратники, искренне вас поздравляю с наступающим Новым годом и желаю, естественно, здоровья, успехов, благополучия и всего самого-самого наилучшего в будущем 2018 году. Чтобы все у вас было хорошо, поменьше разочарований и побольше всего самого-самого наилучшего. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, критикуйте или наоборот. Соглашайтесь. Всего вам доброго, всего вам наилучшего. Скворцов Андрей, город Обнинск, Зло и Добро, YouTube. Всем привет, ребят! Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Провожаем год петуха, встречаем год собаки. Чтобы в этом году год собаки всем близким вашим повезло. Здоровья всем, успехов, ну и денег побольше. Друзья, Республика Татарстан, город Казань и гражданский контроль поздравляют вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья и фарта по жизни, чтобы в новом 2018 году на вашем пути было меньше полицейского беспредела, больше компетентных полицейских и неравнодушных граждан. До новых встреч в новом 2018 году!